Всем привет моим подписчикам и тем, кто просто смотрит мой канал. Сегодня хочу провести обзор калькулятора, который называется FFFF. Чем славится этот калькулятор? Здесь можно много что сделать, не имея дорогих редакторов. То есть можно отредактировать разные файлы, убрать ошибки, сделать тюнинг и многое-многое другое, убрать иммобилайзер. Сейчас будем рассматривать работу этого калькулятора с самого начала. То есть вы регистрируетесь, вот заполняете форму и зарегистрировать меня пишете. Я уже зарегистрирован, поэтому мои данные уже внесены в этот калькулятор. Давайте зайдем под своим логином. Вот мы зашли. Здесь показывается дата регистрации, когда был зарегистрирован. IP-адрес показывается и кредитов, сколько кредитов на счету. Давайте для начала разберем, как все-таки пополнить баланс этого калькулятора. Все делается очень просто. Нажимаем «Пополнить баланс» и уже пишем, сколько нам нужно оплатить. Можно и по карте, а можно Яндекс деньгами делать. Давайте 500 рублей переведем. Сейчас мы пополним баланс через кошелек Яндекс.Денег. Заплатить. Все, перевод отправлен. Давайте проверим, что у нас там прибавилось на счете. Вот видите, на счете стало сразу же 5116 рублей. Вот он. То есть 500 рублей мы сюда добавили через Яндекс.Деньги. То же самое без проблем добавляться через Робокассу, через PayPal. То есть все здесь можете без проблем добавлять. Очень все просто и надежно, самое главное. Также, если какие появились вопросы по оплате, либо вопросы по файлам, можете смело обращаться в техподдержку. Техподдержка отвечает очень быстро. Иван всегда на связи, всегда подскажет, что нужно сделать. Если что-то не получается через калькулятор сделать, то он всегда возвращает деньги без проблем, без всяких. Давайте сейчас мы попробуем отредактировать какой-нибудь файл. Вот есть у нас на рабочем столе файл Chevrolet Cruze, например. И нажимаем кнопочку «Загрузить». Вот этот файл уже у нас здесь, в личном кабинете. Значит, что нам нужно сделать? Нам нужно выбрать Chevrolet, редактор. Chevrolet Simtek 7.6 выбираем. Это наш файл из личного кабинета. Нажимаем кнопочку «Я согласен с правилами» и нажимаем «Модифицировать файл». То есть прежде чем оплатить, вы можете проверить, какие ошибки есть в файле на данный момент. Вот они, все ошибки приведены здесь в таблице. То есть всегда можете посмотреть, не обязательно что-то редактировать, а посмотреть, имеется ли данная ошибка в этом файле. Ну и здесь уже можете редактировать файл. Редактор позволяет отключить катализатор, то есть ставим галочку «Отключить адсорбер». И можете также убрать ошибки, которые вам не нужны. Вот, когда вы нажимаете эти две галочки «Отключить катализатор» и «Отключить адсорбер», он отключит сразу же все и сенсор 2 и так далее, и так далее. Все ошибки будут отключены, что касается катализатора. Давайте посмотрим, как это вообще выглядит. Сейчас мы нажали «Отключить катализатор» и «Отключить адсорбер». Теперь нажимаем «Отредактировать» и «Оплатить». Задается вопрос, все ли мы выбрали пункты перед оплатой. То есть не забываем выбирать, какие ошибки еще дополнительно нам нужно стереть в этом файле. И только тогда нажимаем «Да», чтобы потом лишний раз опять же не возвращаться к этому и не платить еще раз за файл, который будет опять редактироваться. Нажимаем «Да». Вот редактор сделал нам коррекцию файла, списал с нашего счета 1000 рублей. Мы можем его скачать в своих файлах, то есть вот он у нас подсвечивается розовым. Это наш файл оригинальный, родной, а это уже обработанный файл. И спокойно его скачиваем. Нажимаем на него.
Все, он улетел к нам в загрузки. Давайте посмотрим, что сделал калькулятор. Вытаскиваем из загрузок наш файл. Оригинальный. А это модифицированный. То есть с отключенным катализатором и с отключенной системой вентиляции топливного бака. Вот изменения, которые внесли. С пересчетом контрольных сумм. То есть контрольную сумму тоже считают. Файл без тюнинга, но здесь отключена полноценная Евро-2 сделана и отключен EVAP. Клапан вентиляции топливного бака. Вот такой отличный редактор вы можете использовать. Также по Toyota очень много. По Toyota даже есть обновленные файлы, есть база стоковых файлов. Вот стоковые файлы можете скачать. И на основании этих файлов уже делать что вам угодно. Тюнинг или Евро-2. Вот огромная база с обновлениями. Сток стоит 500 рублей. Если вы будете редактировать прошивку, то это будет стоить 1800 кредитов. То есть получается, что стоимость покупки стокового файла у вас будет 300 рублей, если вы будете редактировать здесь, в редакторе. А так, если просто вам нужен сток, вы можете за 500 рублей его приобрести без проблем, без всяких. Значит, что здесь еще мы имеем? Имеем базу QF-файлов, так называемых, файлов обновления. Всегда можем обновить прошивку. Вот здесь очень много файлов для Toyota. Очень много интересных решений. Здесь также можно отключить и сажевый фильтр. Но, естественно, нужно загрузить файл Toyota сюда. Также файлы можно здесь же хранить у себя в личном кабинете, либо их можно удалить. Просто нажимаем корзинку, и файл удаляется. Вот, пожалуйста. Давайте посмотрим по Toyota, что здесь есть. Выбираем файл. Это будет у нас Lexus 430. Также загружаем прошивку в наш личный кабинет. Вот она. И нажимаем Toyota. Также пишем «Я согласен». Файл он показывает наш последний, который был загружен в личный кабинет. Пишем «Модифицировать». Отметьте галочкой системы, которую необходимо отключить. Мы ставим галочки, что нам нужно сделать. И калькулятор сам отключает все это в прошивке. То есть и ошибки, и сопутствующие ошибки. Для флешеров, которые не умеют считать контрольную сумму, также редактор делает подсчет контрольной суммы. Нужно будет поставить только галочку «Сосчитать контрольную сумму». Но в основном все флешеры контрольную сумму пересчитывают сами. ВАЗовские, например, редакторы вообще абсолютно бесплатно. Здесь вы можете убрать и ошибки, и удалить адсорбер, и мобилайзер можете убрать. Сделать регулировку температуры срабатывания вентилятора, увеличить или уменьшить по вашему вкусу, как кому нужно. Также есть раздел Audi, Volkswagen, где можно отключить IMA в EEPROM или посчитать контрольку. Вот изменение ВИН с пересчетом контрольных сумм. Все здесь делается. Также есть редактор для фордов. Конвертация VBF файлов в BIN бесплатно делается. То есть вы можете на сайте Motorcraft скачать файл VBF и сделать из него BIN файл. Это все делается бесплатно. Внимание, вот редактор китайский ME788 абсолютно бесплатно. То есть здесь вы можете что сделать? Тюнинг, убрать катализатор, сделать даже Евро 0, убрать пропуски воспламенения и убрать клапан вентиляции топливного бака. Также редактор работает с блоками управления Delphi. MT20 это старые блоки, MT22 и свежие блоки, которые стоят на Лифанах X60. Этот редактор опять же бесплатно. Убирает ошибки, катализатор. Можете сток также не считывая получить. Вот они, стоковые файлы. Можете нажать. Вот сток. Вот из списка выбрали. Теперь я согласен. Нажимаем модифицировать. Вот он выдает нам эту прошивку, идентификатор. И спрашивает, что нам нужно отключить. Нажимаем и спокойно отключаем. Также потом после обработки можно файлы почистить в личном кабинете, а можно их и оставить, собственно говоря, и отсюда уже можно скачивать просто к себе файлы, которые понадобятся. Также очень много по Hyundai сделано, по Kia Hyundai.
Здесь есть и удаление иммобилайзера, вот, например, отключение има на вот этих старых блоках, редактирование Hyundai ME 17911-12, 17921 редактор, 798, вы можете сделать и тюнинг, убрать катализатор, убрать пропуски воспламенения, сделать евро 0, также убрать клапан вентиляции топливного бака. Очень много функций. Есть Dodge Stratus, но это со старыми блоками Mitsubishi, который идет 2,4 литра. Тоже можно отключить иммобилайзер благодаря этому редактору. Также мы видим Nissan. По Hitachi очень много этот редактор делает. То есть стоковые файлы вы можете здесь приобрести. Причем если вы приобретаете стоковый файл, он будет бесплатный, если вы в редакторе редактируете его. Можно убрать EGR, ошибки разные, катализатор, опять вентиляция топливного бака и IMO-OFF сделать без иммобилайзера. Также дизель можно редактировать. Здесь много всего. Можно также вот еще и из советских есть УАЗ. В редакторе сейчас доступны вот такие блоки. 113, 114, М12, МИКОС-11, 11ЕТ. Редактор прошивок. Вот здесь перечислено, что можно делать с этим редактором. Mazda есть. По Denso и по Mazda Mitsubishi тоже все делает. Можно убрать катализатор, клапан EGR, клапан вентиляции топливного бака. Ошибку. Любую можно убрать, которая есть в прошивке. Здесь написано, внимание, редактор не подсчитывает контрольную сумму. Убедитесь, что ваш флешер пересчитывает ее. То есть вот тоже очень огромная была проведена работа по редактированию этих файлов. Есть также Opel. Открываем. Редактор Simtek 7.1 и редактор Simtek 7.5. То же самое смотрим. Можно отключить катализатор, EGR, ошибки. Также есть Subaru Denso с блоками Denso. Можно отключить катализатор, EGR, вентиляцию топливного бака. Также есть Sanyong. Тоже можно отключить дизель. Отключение иммобилайзера. Отключение сажевого фильтра, клапана EGR. Также можно убрать ошибки. Все здесь есть. Еще мы имеем редактор Suzuki. Вот он делает Suzuki Denso. Отключение катализатора, адсорбера, EGR, маски ошибок. Вот также нажимаете, заходите сюда. Либо стоковую плюс к стоимости будет. Стоимость написана 1000 рублей. И плюс 300 рублей к стоимости будет прикручено, если вы берете здесь стоковую прошивку, если вы не сосчитали ее. Вот пользуйтесь этим редактором. Я пользуюсь с 2018 года, очень доволен. Техподдержка на высоте, Иван отвечает молниеносно, моментально. Либо возвращает деньги, либо исправляет какую-то проблему с калькулятором, если вдруг что-то возникло неправильно, может файл как-то получился или еще что-то такое. Иван сразу же отвечает и сразу же проблема решена. Пользуйтесь, на здоровье. Всем пока. Удачи, успехов, хороших клиентов и много интересной работы.